Итак, для того, чтобы участвовать в проекте Roy Club, изначально нужно зарегистрировать кошелек на платформе Segen Pro. Вот мы проводим регистрацию, нажали вот здесь, вот в правой части вверху было слово «регистрация». Нажимаем на слово «регистрация», у нас выходит вот такая вот форма. Вносим почту, пароль и нажимаем кнопочку «Дальше». Как видите, здесь появилось окно, вот это вот окошко. Сюда нужно будет ввести пин-код, который нам сейчас прислали на почту. Вот пришло письмо от Segen. Вот этот многосимвольный такой код. Мы его здесь копируем и вставляем на площадку. Вот и все, кошелек у нас активирован. Вернее, как он у нас создан, но еще не активирован. Для того, чтобы он был активирован, сюда нужно отправить не менее чем 0,6 призма. 0,6 одной монеты. И это, как правило, делает либо спонсор верхний, ну, либо сами там покупаете уже монеты. А где их можно купить? Лично я покупаю монеты вот на этом, на этой площадке BitTeam. Во-первых, эта площадка мне очень нравится тем, что здесь можно купить, ну, сразу достаточное количество монет, сколько вам нужно. То есть здесь не продают по 10, вернее, продают, даже вот один призм продают. Ну, как правило, люди покупают не менее 100 сразу. Сейчас обновим, сейчас посмотрим курс. Сегодня у нас 25 ноября, времени около 8 часов московское время. И у нас вот сейчас существуют на этой площадке вот такие предложения. То есть как здесь осуществляется покупка. Сейчас дождемся нужного лимита, то есть нужного предложения, и сделаем заявку. Вот нам сейчас нужно купить, мы хотим купить на в районе где-то 250 призм, это где-то чуть больше 7000 рублей. Вот этот вариант нам подходит, но недавно были предложения по 28, то есть немножко подожду. Вот у нас 29.1 есть курс. Значит, если мы 29.1 умножим на 250, вот давайте, наверное, здесь вот сделаем заявку. Вот видите, есть перевод Visa просто и Сбербанк. Мы будем деньги переводить со Сбербанка и делаем заявочку. То есть, естественно, нужно изначально здесь зарегистрироваться в этом сервисе. Сервис называется BitTeam. Я им пользуюсь, уже неоднократно покупала я здесь монеты, поэтому сервис проверенный, можно покупать смело. Ну, смело как, то есть вовремя подтверждать свои действия и проверять, чтобы продавец, естественно, перевел вам монеты. Делается это каким образом? Вот мы нажимаем «Купить». И пишем, ну, допустим, мы купить хотим сколько. Вот здесь вот мы вносим сумму. 250 призм мы хотим купить. И пишем сообщение продавцу. Допустим, здравствуйте, да, для начала. Вот и отправляем ему заявку. Сейчас продавец, если он в течение 10 минут не ответит, то тогда сделка у нас отменится. Но сейчас, пока сделка в работе, как бы вот видите, сделка успешно открыта. И ждем, когда продавец отреагирует на наше предложение. Ну вот, пожалуйста, у нас высветились реквизиты Сбербанка. Вот здесь вот мы сейчас будем делать перевод онлайн на Сбербанк. И будем смотреть, чтобы монеты появились здесь, в нашем кошельке. То есть монеты не нужно искать где-то на своих кошельках призм. Почему? Потому что многие сервисы отправляют их сразу на указанный вами кошелек. Впрочем, как и обменники. Здесь площадка работает немножко по-другому.
ваши монеты вы увидите прямо здесь, на этой площадке. Понятное дело, что их надолго здесь оставлять не надо. Как только получите, переводите их либо на свой кошелек Призм, зарегистрированный, ну, где мы вот тут регистрировали, в Сиганпро, да, либо отправляйте, ну, куда уж вам туда, куда уж нужно. Значит, что мы сейчас делаем? Копируем реквизиты, идем в Сбербанк онлайн и отправляем человеку деньги. Поскольку у меня человек будет отправлять со своего Сбербанк онлайна, я сейчас ему вот эту картинку всю перешлю на WhatsApp. Ну, понятно. Наверное, тетя Зин, давайте завтра сделаем. Завтра приеду, вы и покажете, как делать. Так проще будет, по-моему. Ну, понятно. Ну, смотри, я сделала сейчас заявку по 29,1. Потому что там, что 28, там продают либо один призм, либо там, начиная от 20 тысяч, там, ну, большие суммы. И вот здесь сумма получилась у нас 7,289. Ну, хочешь, я отменю, если хочешь, давай завтра тогда. Если, ну, я не знаю. Она уже ответила. Я тебе уже реквизиты вот подготовила. Присылаю. Ну, все, давай. Я сейчас тебе картинку пришлю, да, сейчас. Вот смотрите, у нас произошла переписка, вот пользователь подтвердил сделку, написала она мне «Здравствуйте». Я вот ответила, что сейчас переведем деньги. Сейчас мой человек, партнер, через онлайн переведет деньги, и я уже получу вот сюда их на свою площадку. То есть, когда он переведет через онлайн Сбербанк, я тогда нажму вот эту кнопочку, я оплатил и буду ждать, когда монеты 250 призм появятся у меня, ну, вот здесь они должны появиться. Вот сейчас, видите, здесь 0,63 призм, там с копейками, а 250 должны сейчас тоже прийти сюда по завершению сделки. Алло. Перевел, да? Все, я нажимаю, я оплатил. Угу. А, мне отправил. Ну, тут картинку сейчас я нажму, я оплатил, сейчас деньги должны появиться уже. Выполнил условия. Подтверждаю. Давай, сейчас я перезвоню, когда придут. Ну, вот смотрите, партнер прозвонил мне, что он деньги перевел. Я нажала подтверждение, что сделка, что деньги отправлены. И теперь ждем монеты в нашем аккаунте. Вот, еще нету. Ну вот, наши монеты пришли успешно, баланс пополнен. Пользователь, который продавец, разблокировал монеты, и теперь они находятся у нас на аккаунте. Так, еще они не находятся у нас. Надо обновить, наверное, страницу. Вот они, 250 монет в нашем аккаунте. Теперь отсюда, с этой площадки BitTeam, мы должны перевести деньги на вновь созданный нами кошелек. А кошелек мы где его найдем? Вот здесь вот кошелек. То есть у нас
страница открыта, страница биржи, но нам нужно в Сигане открыть кошелек. Вот, пожалуйста, наш кошелек вновь созданный. Ну, понятное дело, что он еще совершенно пустой. Для того, чтобы его активировать, нужно сюда перевести, ну, хотя бы один призм, 0,6 призм. То есть это та самая минималка. Смотрите, не надо путать, мы находимся сейчас на двух площадках. То есть кошелек призм, который находится на площадке Сиган Про, и другая площадка BitTeam, где мы покупали монеты у других пользователей. То есть пользователи продавали, мы их покупали. На этой площадке, естественно, тоже нужно сначала зарегистрироваться. Ну, я думаю, как бы понятно, да? Ну, вот здесь мы пользователю оставим сейчас отзыв. У меня вот предыдущий отзыв был создан. Сделка прошла без каких-либо волнений. Быстро. Самое главное, что продавец согласился даже подождать, пока пройдет оплата, так как пришлось идти в банк. Спасибо. То есть, почему такой отзыв был создан? Потому что мы переводили через банк, у которого не было онлайн-банкинга, но банк находился рядом. И мы сделали заявку, пошли в банк, оплатили. Это прошло где-то, наверное, ну, минимум полчаса. Пользователь-продавец ждал. Вот. Но сейчас в данном случае у нас ситуация другая. Мы переводили через онлайн-банк, поэтому я сейчас отредактирую немножко. Самое так, слишком сделка прошла без каких-либо волнений, быстро, и самое главное, что продавец согласился подождать. То есть вот это мы убираем, что продавец согласился подождать, спасибо. Просто напишем, что сделка прошла без каких-либо волнений. Пишу спасибо. Все. Оставили продавцу отзыв. Продавец будет благодарен нам за отзыв. Ну, пока все. Мы с вами в этом уроке рассмотрели, как создать кошелек призм на площадке Сиган Про и как купить первые монеты на площадке BitTeam, используя онлайн-банкинг. Здесь можно использовать Kiwi кошелек, Яндекс.Деньги, то есть вот все WebMoney. Видите, все разные-разные банки, все способы оплаты вот здесь вот перечислены. Можете потом после регистрации, e-payments даже есть, после регистрации можете все это посмотреть. Всего доброго, удачи!